Ну все, бурная ваза. Магазин «Кристалл» распахнул свои двери для покупателей 14 октября в Южном микрорайоне Невельска. В этот день поздравить предпринимателя Азера Гумбатова и поучаствовать в праздничной церемонии прибыли представители администрации. Заместитель мэра Невельского городского округа Татьяна Сидорук, начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Нина Клочкова и главный архитектор города Невельска и Невельского района Андрей Горнов. Двухэтажное здание торговой точки возвели за рекордные 5 месяцев. Пока для покупателей доступен продуктовый отдел магазина, который расположился на первом этаже. В дальнейшем планируется торговать и промышленными товарами. Я желаю прежде всего вам терпения, да, удачи вашему коллективу и тоже терпения вашему коллективу и процветания. Процветания, чтобы ваш бизнес дальше процветал, чтобы дальше вы продолжали работать в этом направлении. Может быть, у вас будут какие-то новые идеи, новое, так сказать, ноу-хау именно в торговой отрасли. Возможности сейчас есть. Малому бизнесу мы помогаем в этом отношении. Площадь торгового зала составляет 90 квадратных метров. Ассортимент продуктов самый разнообразный. Свежемороженое мясо, колбасы, готовые блюда от местного производителя, консервы, рыбная продукция и много других необходимых товаров. Я хочу сказать, что почему здесь появился магазин и какая его необходимость. Уже давно мы как бы столкнулись с тем, что протяженность микрорайона и отсутствие благоприятных территорий для застройки делает проблематичным размещение магазинов. И, соответственно, возникают проблемы с обеспеченностью микрорайона, обеспеченностью жителей товарами первой необходимости в радиусах пешеходной доступности. Поэтому, размещая магазин в восточной части микрорайона, мы в первую очередь руководствовались его приближенностью к жилому массиву, к застройке, а также руководствовались потребностями и возможностями в обеспечении доступа к данному магазину. По словам Андрея Павловича, сейчас осталось провести работы по благоустройству, завершить ремонт тротуара, оборудовать лестницу для жителей дома номер 65 по улице Яна Фабрициуса, организовать пешеходный переход. Все это будет завершено в рабочем порядке. Коллектив «Кристалла» состоит из 5 человек. Большинство из них – опытные продавцы, которые, по словам хозяина магазина, обеспечат обслуживание на высоком уровне. Ассортимент у нас разный, много там товаров. Там цены у нас приличные, чтобы там для невельских народов, чтобы как сказать, чтобы у нас будет нормальный магазин. Я надеюсь, что будет хорошо, людям понравится всем, что приятно будет всем. Я стараюсь, чтобы все было хорошо. Сразу после торжественного открытия к магазину потянулись первые покупатели, что еще раз подтвердило необходимость открытия новой торговой точки в Южном микрорайоне. Слышала, что хороший магазин будет, что тут необходимое все будет. А у меня больные ноги, я далеко ходить не могу. Вот живу вот в 53-м доме, мне очень удобно будет. Приду же в одном магазине, как говорится, отовариться. С одной стороны, это хорошо. Магазин рядом. Пожалуйста, посмотрим, какой будет ассортимент. Это хорошо. С другой стороны, единственное, что жители вот наших двух домов переживают, какой будет порядок. Мы переживаем, что у нас, видите, как во дворе хорошо, чисто. Мы следим за порядком. А если будет ночное время продавать спиртное... Вот, и мы только единственное, что переживаем за порядок во дворе. Ну, потом поживем, увидим, как говорится, может быть, с хозяином договоримся, будет все хорошо. Маргарита Фатыхова, Евгений Романенко, Невельские новости.